Добрый день! В этом видео расскажем о пользе и вреде экзотического плода помело. Помело является самым крупным фруктом в семействе цитрусовых плодов. В диаметре он может достигать поистине гигантских размеров, примерно до 30-40 см, а вес колеблется в среднем в пределах от 1 до 3 кг. Покупая помело, каждый волей или неволей задается вопросом, что содержится в этом диве природы и полезен ли он вообще для здоровья. Помело содержит в своей мякоти очень много витаминов и микроэлементов, а также ценные органические соединения, нормализующие деятельность организма. Польза этого цитруса проявляется в следующем. Благодаря содержанию клетчатки фрукт способен восстанавливать нормальную перистальтику кишечника и улучшать работу пищеварительной системы. Содержащиеся во фрукте витамины стимулируют иммунную систему. Железо предупреждает развитие анемии. Калий благотворно влияет на функцию миокарда и устраняет периодические проявления аритмии. Лимоноиды являются великолепным средством профилактики раковых опухолей. Липолитический фермент, содержащийся во фрукте, расщепляет жировые клетки, что позволяет использовать его для похудения. Кроме того, помело характеризуется и антиоксидантными свойствами, которые обусловлены высокой концентрацией витамина С в его составе. Это помогает значительно замедлить процессы старения. Именно такая удивительно редкая и полезная совокупность витаминных комплексов оказывает благотворное воздействие на сердечно-сосудистую систему человека. Достаточно употреблять ежедневно хотя бы по парочке долек помело, чтобы организм насытился полезными компонентами. Ярко выраженный вкус плода достаточно сладок, но кушать его можно без всяких опасений и диабетикам, и тем, кто боится поправиться. 100 грамм сочной и ароматной мякоти содержат всего 32 калории. Окажет свое полезное воздействие фрукт и на организм тех людей, которые страдают от пониженного уровня кислотности желудочного сока. Плод поможет осторожно и плавно повысить секрецию, при этом ускорив процесс выработки самих пищеварительных ферментов. Помело обладает не только полезными, но и вредными свойствами. Как и все цитрусовые, помело – частый аллерген, поэтому не рекомендуется увлекаться этим фруктом беременным и кормящим, чтобы не спровоцировать аллергическую реакцию у ребенка. Из-за высокого содержания кислот помело не рекомендуется есть людям с язвой желудка, с повышенной кислотностью и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Поэтому употреблять помело нужно в разумных пределах, и приобретать фрукт нужно в надежных местах, чтобы получить только удовольствие и немалую пользу. Будьте здоровы! Если информация была для вас полезной, ставьте лайки, делитесь с друзьями, оставляйте свои комментарии под видео. А чтобы не пропустить наши новые видео, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. До встречи в следующих видео!